Сколько у тебя времени? Нам пора. Зачем ты пришла? Есть одно дело. Банда моего брата поступила со мной слишком жестоко. Не забывай, мы дикие дебоширы, а это визит вежливости. Весь юг у них в кармане. Мы живем в шикарное время. Мы неуязвимы. И если им помешать, они могут и кровь пролить. Мой брат с сообщниками протащили меня по полю, прицепив к машине. Пустите! За что он так с тобой? Боюсь, это будет сложно объяснить. И что ты хочешь с ними сделать? Тебе лучше не знать. У тебя есть свой человек. Мы влезли в это вместе, и я могу сорваться. Мы не убиваем. Если не вынуждают. Уж нам-то не пристало бояться войны. Пора подчистить хвосты. Она вернулась мстить. Я ее не виню. Вот этого я не ожидал. Во что ты меня втянула? Такое за ночь не решается. Хвост пистолета, мы смотрели бы. У меня такое чувство, будто во мне что-то просыпается. Это тьма. Как болезнь. И ты помог мне это понять. Значит, скоро увидимся.